Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня вы увидите отрывок со стрима. Я скажу так, то что, ну, это просто что-то нереальное, это просто что-то невообразимое. Я вас прошу только одно, посмотрите это видео до конца, потому что вы будете в шоке. Там была очень неожиданная концовка, которую никто из вас не видел. Ну что же, надеюсь, вы уже все поставили лайки, подписались на канал Кента ПК, ну а мы начинаем. Топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Опа! Ребятки, вы сейчас просто будете в шоке. Только что на стриме мне предложили сыграть дуэль на AVM Treasure Hunter. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, погнали! Давай, показывай. АВМ. Ребятки, сейчас мы все узнаем. Этот парниша обычный мошенник или нормальный челик? Давай, АВМ. Ну. Лех, где ВМ? Так, я не понял. Ты меня за лоха держишь? АВМ, гони. Не, есть нож скорпион. Это уже хорошо. Это уже хорошая примета. Нож скорпион, это означает, что он уже, ну, хотя бы, ну, не бомж. Я ее не взял. Зачем так жестко? Ну это Ормушор пишет, я не взял АВМ. Ну давайте. Давайте сыграем, окей, окей. Говорится, ребят, хэштег Кент не секунд. Поехали. В случае, если я его выигрываю, я получаю 65 тысяч голды. Тише. Попал. Давай, стена. Нормально, пацаны, ща тупо пресс F будет ему. Готовьтесь. Бэнг, готов задницу. Я понял. Великий рандом не сработал. Полетели. Давай! Ты такой батут крошишь! Удар печи никто не вечен! Так, пацаны. Я смотрю, он сам напросил седую пушить. Давай, домой! Просто хэштег домой! Просто домой! Да, не, ребят, что-то мне подсказывает, что это мошенник. Ну, давайте так, давайте дадим шанс. Ну, я считаю, что... Ну, надо дать шанс. Вдруг я ошибаюсь, вдруг я чего-то не понимаю, вдруг реально есть ТВМ. Так, ну что же, полетели. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Погнали. Пацаны, давайте просто запушим. Покажем ему, кто настоящие мужики. Иди сюда! Изи, пацаны, изи. Так, ну что ж, пацаны, счет 2-0. Пока что, говорится, изи-бризи. Полетели дальше, братанчик. Ребят, к вам большая просьба, прожмите, пожалуйста, все лайки и подпишитесь на канал Кента ПК, если вам нравятся стримы с раздачей промокодов на Gold Pass от разработчиков. Пожалуйста, пацаны, пыжи, лайки, подписка равно большая пиписка. Давай, вылезай. Окей, окей, пойду тебя рашить. Третий раунд подряд. Сына, домой. Давай. Ну давай, так высунь. О, ну все. Ой, кинул флешку. Она меня даже не слепила. Кстати, а как такое произошло? Флешка прилетела мне под ноги, даже меня не слепила. 4-0, ну как-то изи. Как-то, ребята, ну как-то. Это изи. Ля-ля-ля! Так. Ну, пацаны, просто ГГшечка чуваку. Просто смотрите. Нифига себе он живучий. Он, надеюсь, на через мит не обойдет. Ну ты куда? На папку руку поднял. Ну, братик, ну 5-0. Он уже бежит от меня на свою базу, потому что он понимает, что ему, ну, просто полнейшая ГГшка. И он понимает, что, ну, надо будет как-то решать вопрос с Кента ПК. Потому что если он же не отдаст, ему будет ой как плохо, ему будет очень плохо. Ладно, давайте пока что не про это, давайте пока что о хорошем, потому что, ребятки... Язык прикусил, было. Пресс F. Пацаны, это походу кто-то на порчу навел. Это ты? Не хочешь АВМ отдавать, да? Да, это из-за тебя язык прикусил, но ничего. Сейчас ты, линкер, поплатишься за все, иди сюда. Порча сработала. Это габелла. Так. Давай! Да что это за рофл? Это как так я начал проигрывать? Все же было так хорошо, замечательно, прекрасно. И тут на тебе! Так, пацаны, я, конечно, извиняюсь, но что-то тут не так. Скорее всего, этот парень мошенник, но кто его знает, дадим ему шанс, потому что у него есть нож скорпион, и я думаю, ну он же не хочет получить бан, поэтому ну придется как-то давать голду. Придется. Ну фу, блин, ну он надоел, ну что там крызишься на базе, давай как мужик, один на один. Вот так надо драться, не то что там сидишь, крысишь, давай как мужчина выходи.
Кентуха, настало твое время. Полетели, пацаны. Сейчас мы просто один прогиб, и он погиб. Смотрите. Давай! Боишься, кента? Вот бойся меня. Я твоя смерть. 7-3. Ой, ребята. Кажись, для кого-то настал последний раунд. Так, пацаны, поехали. Последний решающий раунд. И прямо сейчас пора заканчивать с этим парнем. Пора ему показать, кто тут главный на районе. Да давай, 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 выходи, выходи. А, он боится меня. Смотрите. Я просто в шоке. Он тупо боится меня. Чего? Стопы, а как он обошел? Как он обошел на планету? А! А, он через мид обошел. Ну да, мы играем же без мида. Черед, я думаю, да, ну нахрен, кеда пока сам игра без мида. У меня на кону ОБМ Трэш Хантер, поэтому иди в задницу. Так, чувак, быстрее, 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 успей. Хэштег кент, успей, успей, успей. 3, 2, 1. Еще и донат залетел. Да, победа! Пацаны, выиграл ОБМ Трэш Хантер! Погнали, погнали, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Ну что, полетели, полетели, давай, давай. Сейчас мы, ребятки, посмотрим, что же нам скажет этот парниша. Так, пацаны, ждем, ждем мою голду. Так, а ну-ка, давайте я его приглашу, подожди, чё-то его нету. Стопы, мой ID. Стопы, я не понял. Подождите, он из ВК удалил свой... Смотрите, пишет мой ID, тут было его ID. Он удалил только что сообщение. Я отвечаю, пацаны, отвечаю. Он только что удалил сообщение. Дальше после этого у нас с ним начался срач на стриме. Я ему говорю, я его позвал в Дискорд и говорю: ну чё, давай АВМ. Он говорит: нет, я тебе не дам АВМ, я тебя обманул, потому что ты меня тоже обманул. Я говорю: в смысле, как я тебя обманул? Он говорит: ну, я купил тебе скин за косарь 15 апреля, а ты меня даже в клан не добавил. И вот она история покупок за 15 апреля. К сожалению, никто у меня ничего с 15 числа не покупал. Я ему говорю: если ты действительно у меня все это купил, то можешь просто скинуть историю покупок и продаж. Он на протяжении полчаса почему-то ломался, говорил, что не работает, не получается. И в итоге я ничего не увидел. Дальше, после стрима, мы пошли с ним в Дискорд, поговорили и закончили на хорошей ноте. Поэтому, ребята, пожалуйста, ни в коем случае не вздумайте ему ничего плохого писать, потому что это просто еще ребенок. Я зла на него не держу, тем более он извинился. И самое главное, надо быть добрее. Согласен, Павел? Согласен. И да. Ты меня тоже извини. Извини, ну, да. Извини меня за то, что такая хей, волну хейта на тебя нагнал. Просто у меня сгорело, сам меня пойми. Ну что ж, дорогие друзья, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, всегда будьте добрее.